Всем доброго времени суток, меня зовут Надежда, приветствую вас у себя на канале. И сегодня обратно на повестке дня канал «Заимка на Урале». 2 месяца назад у меня вышел обзор на этот канал, и пришло время ответить на некоторые вопросы и прокомментировать ваши комментарии. Ссылку на этот ролик, на мой ролик, да, ролик-обзор, я оставлю в конечных заставках. Получила я пару вопросов, и было очень много комментариев от вас, которые я считаю необходимым прокомментировать. И, конечно же, вопрос, с которого я начну, был вопрос задан совсем недавно по поводу ролика, когда к ним приезжало телевидение. Ролик был снят, показывает YouTube, месяц назад, да, но вопрос я получила относительно недавно, поэтому записываю ответ именно сейчас. Вопрос звучит следующим образом. Что можете сказать о ролике, где приезжали снимать эту благодатную семью? На мой взгляд, ролик очень затянут. И на мой взгляд, именно репортаж с журналистами можно было вынести в отдельный ролик, а не так, как сделано было у них. Ну, как говорится, не мне учить, каждый блогер имеет право делать так, как он хочет, но тем не менее. Что бросилось в глаза? Некие, опять же, такие ляпы, но о ляпах потом, сейчас немножечко именно о телевидении и о них, их интервью, скажем так. Что касается самих журналистов, да, я так поняла, что ребята из местного, не из местного, да, а из регионального телевидения города Красноярска. Именно регионального. Как мне показалось, но мне могло только показаться, что это некая взаимная реклама наподобие коллаборации. Почему я так думаю? Потому что малые региональные телерадиокомпании на самом деле очень-очень мало кто знает. Ну, давайте уж честно. Их знают только, в их регионах. Да? У нас в регионе тоже есть своя радиокомпания, телерадиокомпания местная, что называется. И эти телерадиокомпании, как говорится, я уже повторяюсь, мало известны. И как мне показалось, с одной стороны, это была некая коллаборация. Да? Потому что без рекламы сегодня даже таким блогерам набирать новую аудиторию проблематично. Знаю, что сейчас будут полетать обратно в меня тапки, но это правда жизни. Аудиторию каждый блогер хочет и будет расширять. И в этом плане, да, они молодцы, что расширяют таким образом аудиторию, но тем не менее. Удивила корреспондент Даша. Вы заметили, какие были у нее испуганные глаза и поначалу, и в доме потом? Ну, испуганные, правда. Боялась, такое ощущение складывалось, что боялась задать лишний вопрос, боялась спросить что-то не то, либо не так. Дальше, по поводу Кати. Никита ее постоянно перебивал, вот постоянно, не давая слова сказать, обрывая на полупредложение, на полуфразе. Это очень сильно бросалось в глаза. Они уходили от прямых ответов на прямой поставленный вопрос. То есть скользко, все очень-очень скользко. Скользкие ответы на прямые вопросы. Во всяком случае, я их не услышала. Прямых, как говорится, ответов, да. Попыталась я эту телерадиокомпанию погуглить в интернете, я не нашла. Если вы знаете, что это за телекомпания, да, дайте ссылочку в комментариях, мне будет интересно посмотреть. Потому что я не нашла в интернете, да, ни сайта, ничего. Возможно, я не там искала. Дайте ссылку, если знаете, что это за телекомпания. Такое вот у меня мнение сложилось. Ну, то есть, больше, скажем так, бла-бла о себе любимом. И больше трещал Никита. Вот такое вот у меня мнение сложилось, как бы. Прямых ответов не было на вопросы. Ну и дальше по тексту уже высказалась. Что касается ляпов, да, опять же таки, по видео. Мало кто обратил внимание на современное освещение.
в глухой деревне где три дома. Мало кто обратил внимание сейчас на расчищенную дорогу, которая расчищена коммунальниками. Да? По предыдущему ролику мало кто обратил внимание, что сосед частенько говорит, что он пошел в магазин в деревне, где 6 домов. Магазинов, как правило, нет. Ну и так далее. Этих ляпов можно перечислять очень-очень много. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Теперь перейдем к комментариям. Много было комментариев, связанных со свадьбой. Вы возмущаетесь, что типа свадьба была, как так, они не расписаны. Как я могу так думать? Да могу я так думать? Могу, понимаете? Вы когда смотрите интересное кино художественное, да? В кино тоже бывают свадьбы, тоже бывают венчания. Прикиньте, в кино даже люди спят вместе, представляете? Но вы же не воспринимаете это все за чистую монету. Правда же? Так и здесь. Потом, дальше. Все ли родственники, вот, допустим, у блогеров, согласятся, чтобы кадры с ними выложили в интернет? Ну нет, я думаю, что нет, да? Свадьба это так, не, нечто, что-то вроде личного. Вот совсем личного, на мой взгляд. И не каждый блогер, и далеко не все блогеры это делают, вкладываются в смысле свадьбы свои полностью, без монтажа, без нарезок, да, без каких-то кадров в интернет. Да, я не спорю, блогеры могут где-то какие-то отдельные кадры со своей свадьбы вставить, но это совсем-совсем какие-то маленькие кусочки, да, со свадебной церемонии, да, с регистрацией брака. Но не целое видео по 2 часа, по часу, по 2. Согласитесь, так это не работает. А здесь прям целые часовые видео. Ну нет. А дальше. Вы наверняка не слышали о свадебной церемонии. Именно церемонии, не регистрации брака. Потому что я имею в виду сейчас выездные церемонии. Есть выездная церемония с регистрацией брака, а есть выездная церемония без регистрации брака. Это немножечко по-разному. Я расскажу на примере моих знакомых. Они расписались, им нужно было штамп в паспорте для выезда на работу, да, за пределы нашей страны, скажем так, это была Европа. Они выезжали работать, и, ну, точнее, там мужчине предложили контракт, и чтобы выехать им вместе, они должны были быть женаты. И они просто расписались в ЗАГСе, а уже по возвращению, через полгода, они вернулись на родину, и была у них свадьба, все, церемония сама, да, именно празднование с выездной церемонией. Понимаете, уже без регистрации брака. Вот как это работает. Церемония это одно, церемония выездная, да, регистрация брака это немножечко другое. Но здесь в случае с заимкой, как мне кажется, была именно выездная церемония. А была ли там регистрация брака, еще большой вопрос. Вы, наверное, о таком не слышали. Наверное, нет, потому что я уже в своем предыдущем ролике говорила, что у них контингент зрителей, они сами об этом говорят. Да, что у них аудитория примерно 50 плюс, они сами об этом говорили. Знаю, был у меня комментарий под моим роликом, да, что типа и молодежь тоже смотрит, но смотрит, но не в таких количествах. Они сами об этом говорят, что у них аудитория 50 плюс. А люди этого возраста о таких выездных церемониях, ну, слыхом не слыхивали, наверняка. Я почему-то уверена на 80% в этом. Поэтому подумайте об этом. Я еще раз повторю, когда вы смотрите кино в Инжине, понимаете, что это кино не воспринимается это за чистую монету. Поэтому, ну, кино есть кино, понимаете. Ни один блогер не станет заливать на YouTube полностью свою свадьбу со всеми друзьями, со всеми родственниками. Ну и далее по тексту. Ну не будет такого. Будут какие-то, возможно, личные кадры. И такое и есть, да. Некоторые блогеры делятся там кадрами за свадьбу, кадрами с каких-то личных семейных мероприятий, но они показывают себя, а не гостей, понимаете? Потому что не все гости готовы на это. Вот о чем речь. Поэтому
Сказать, что это актеры были, ну, нет, я не скажу, конечно, но тем не менее, это люди, которые согласившиеся участвовать в этом шоу, не более того. Дальше писали комментарии по поводу, что ребята умеют жить в деревне. Не умеют они жить в деревне. Посмотрите, сколько они ведут канал, да, года 3-4. Я не помню, если честно, не заглядывала. Но Катя русской печкой пользоваться так и не научилась. Ну, поэтому не умеют они жить в деревне, на мой взгляд. Многие кидали мне тапками, что я в деревне не жила. Жила, знаю, что это такое, вот правда. Много лет жила. И знаю, что такое жить в деревне. Вот правда. По поводу того, что молодежь хочет и может жить в деревне. Молодежь их возраста, но не хочет жить в деревне. Может быть, и может, но не хочет. И не в таких условиях. А живут, молодежь живет некоторая, не вся некоторая, в деревнях, которые там родились и выросли. И которым на сегодняшний день не представляется, нет возможности уехать из этой деревни. Вот и все. Уехать они оттуда не могут. Была бы возможность, свалили бы первым же автобусом, вот поверьте. Ну, если не первым, то вторым или третьим, вот наверняка. Вот из тех условий, которые они нам показывают, вот свалили бы за здравствуй. Что касается воды из колодца, многие пишут, что имея скважины, воду в доме носят, и воду в доме, да, воду носят из колодца. Ну, ребята, ну что за бред? 21 век на дворе. И сегодня безопаснее, какой бы вода у вас в доме или в скважине ни была, как вы говорите, плохая она, неважнецкая, для еды не годится, какой бы она ни была, безопаснее для вашего же здоровья поставить фильтры, нежели носить воду из колодца. Вот правда. Я сомневаюсь, что в деревнях, в колодцах воду проверяют. Не уверена я, что есть у них там специалисты, которые умеют эти колодцы чистить и чистить их правильно. А я знаю, как это делается, я видела не раз, вот правда. Поэтому гораздо безопаснее поставить фильтры в доме, да, если в доме есть вода. И можно поставить фильтры на скважины. У нас в регионе, где я живу, ставят. И вполне приличная вода. И никто воду из колодцев уже не носит. Вот поверьте. Как-нибудь будет возможность, я вам это покажу и поснимаю. Если кто-нибудь даст мне эту возможность поснимать в доме. Потому что у меня есть частный дом. Но у меня в доме воды нет. Он похож на Заимкин. Воды в доме у меня нет. Поэтому на своем доме я вам не покажу. И будет представиться возможность, обязательно покажу, как вот происходит это у нас. В планах, конечно, у меня тоже на Полиновоновске, на свой дом, но тем не менее, это только в планах. И я не стану рассказывать сказки, что я там живу, что мне это нравится, что я так хочу. Нет, потому что это будет неправдой. Вот серьезно. Дальше, что по комментариям. Ну, с большего, наверное, вот все как бы еще писали про зависть. Да вы завидуете, да зачем вам это надо и прочую ересь. Ну, по поводу зачем мне это надо, давайте начнем с этого, да. Во-первых, мне за это платят. Я не буду врать, не буду вам рассказывать сказки, что такая прям хорошая, раскрываю всем глазки. Это тоже отчасти есть, да, пытаюсь озвучивать свое мнение на канале, но тем не менее, мне за это платят. Это первая причина. Платит YouTube, да, с монетизацией. Конкретно в моем случае. Есть блогеры, которые сами готовы платить за рекламу. Да, да. Еще раз да. Такие блогеры есть. Я не стану называть их имена сейчас, потому что, ну, делаю это целенаправленно, не называя имен, да. И реклама, она всегда платная. Прикиньте, да. И самая классная реклама, это как раз-таки реклама со знаком минус. Не поверите. Хотя, в принципе,
Знаю, сейчас закидают тапками, но это правда. Мне за это платят. Дальше, на своем канале, на моем канале, я могу высказывать свое личное мнение по поводу того, что я вижу. И что я делаю. В принципе, у себя на канале имею право? Да, имею, безусловно. Хотите делать то же самое? Пожалуйста, у вас есть аккаунты, создавайте свои каналы и высказывайте свое мнение, да, по тому или другому вопросу. И у меня в комментариях гадости писать не нужно. Ни в мой адрес, ни в адрес моих зрителей. Хотите высказаться, высказывайте у себя на ваших каналах. Можете обо мне, о моих зрителях, как хотите, но у себя на каналах. Не в моих комментариях, потому что за оскорбление личного характера будете улетать в бан. В бане места много, вот всех, вот прям всех отправлю. Поэтому не обижайтесь. Блокирую, удаляю, да. И буду это делать, имею право. Хотите гавкать, гавкайте у себя на ваших каналах. Что касается зависти, про зависть, как правило, люди... Пишут люди те, которые завидуют сами, потому что они знают, что такое зависть. Понимаете? Если я не знаю, что такое зависть, если мне завидовать нечему, то есть я независтливый человек, я про зависть говорить не буду. А читаю в комментариях, через один, за, вы завидуете, вы завидуете, вы завидуете. Да чему, блядь, завидовать? Вот такой вот жизни, которую, да, они показывают, бесплатно не надо. Вот серьезно. Правда. Я, может быть, позавидовала, если бы у них домик был бы где-нибудь на Карибах или на Мальтийских островах. Можно было бы еще, и то с удобствами, да? Можно было еще как-то, может быть, позавидовать. Но не такому дому и не такой жизни, которую они хотят показать. Вот правда. Поэтому глупости не говорить про зависть. Завидуете, скорее всего, вы, что... И завидуется блогерам, которые могут позволить себе высказывать свое мнение у себя на каналах. Вы завидуете, да, конкретно вы, кто пишет о зависти. Завидуете заимки, завидуете мне, да, мне тоже завидуете, прикиньте. Имеете право? Да, имеете. Но оскорблять я себя не позволю. Ну и в конце, в концовке хочу сказать, что пока их будут смотреть люди, которые готовы самообманываться, отправлять ему донаты на кассовую карту и так далее, да, их канал будет расти и процветать. На что, в принципе, и был изначально посыл данного проекта, на что он был нацелен. Поэтому как-то так, ребята. Что ж, на сегодня у меня все. Пишите свои комментарии тактично, дипломатично, без оскорблений и переходов на личности. Я же никого не оскорбляла в предыдущем ролике, как меня пытались закидать камнями. И этого не делаю, чего и вам желаю. За оскорбление личного характера, оскорбление моих зрителей, вы полетите в бан. Далеко, но только безвозвратно. Всем добрым людям желаю доброго дня. А всем остальным топать лесом в сторону ФРГ без права переписки. На сегодня у меня все, ребята. Всем пока, удачи.